Себастьян, прекратите мандить. И я требую... Просто когда привыкнешь, нормальный металл находи. Пойми, Себастьян, когда ты привык жить вообще без рубля в кармане, блядь, то я готов... Вот он, все, край, вот, можно за него, цпаны. Ой, то мне хочется, знаешь ли, ебануть каждую сраную железяку. Женек, но в ней не один килограмм. Ебать, это рессора, нахуй, газовая. Что, блядь, рессора? Кардан! Сейчас он не это... Нет, она полая. Кусок, блядь, это кусок радиатора, ебаный в рот. Такой, ну, промышленный. Ну, я про то и говорю, но мы по железной дороге. Женек, ну, у него, блядь, 10 кило, как минимум, ёпта. Ну, там говна, ёбни. Все, заебись. Ну, вот, заберем. Заебись. Нет, ну, мы по железной дороге двигаемся. Какие нахуй радиаторы, блядь, где потом? Я согласен. Я сам в ахуе. Или мы не по ней вообще идем? Я сам в ахуе. Не задавай мне таких вопросов. Ну, вот это заебись. Так, стопы. Это кусок ржавчины. Гвоздь, вот он, блядь. Гвоздь лежит. Ага. Ну вот это мне уже нравится. Еще бы десяток таких уже, блядь, все. Уже можно подзаправиться и ехать за шаурмой, блядь. Когда будем снимать обзоры на шаурму, ебать? Снимать, я все не ел, блядь. Не, блин, ты в Анапе так и не снял нихуя. Да ладно, как я буду снимать? Ну что ты прикалываешься, я с камерой подойду к нему, они так. Будут вести. Аналог. Полностью аналогично. Либо лист. Такая же хуйня. Короче. Эпицентр где-то... Это что, еще он расходит? Нет, эпицентр где-то здесь. Это может быть что-то круглое. Колесо, блядь. Что угодно, похуй. Расковыриваю, я шурфлю. А ты говоришь, шлак, шлак, блядь. Нормальный такой шлак зашел. Я не против такого шлака. Так, что-то по земле отдает. Значит, что-то тверденькое. Ну а что, блядь, не пьется? Ну, кто знает. Да? Может, и не уперся, а может... Опа! А может, и уперся. Есть контакт, ты говоришь. Ты просто невезучий, ебать. Вторая такая же сранина. Охуенно. Не, ну, лопат сломаешь. Да нет, я просто край это ищу. Ну что ты? Вообще. Я край ищу. Нет, контакт. Не такая же вот, 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 краешек. Давай там крать. Не, слушай, что-то вообще непонятное. Тут я не вижу даже пипки. Дам крать. Нихуя себе. Вот. А вот, вот это цепь. Причем железнодорожное звено-то. Цепь, какая цепь? Кусок цепи. Кольцо какое-то. Нихуя себе, что это такое? Ваше предположение. Да хуй его знает. Оставляйте в комментариях. Ну это кольцо от цепи, нихуя себе мне. Прошу весь. Мне бы такую цепочку, да. Ну, это бы весит больше, чем тот шлак ебаный, который мы с тобой на железке копали. Ага. Какие приятные звуки, да? Блядь, да нет, так, мне кажется, это... Кирпич или что-то такое? Да нет. Ну, это может быть любое говно. Ты подцепи, я ее выну. Мне просто ее из земли вытащи. Бей, бей. Краешек, давай. Подцепи, я переверну. Ага, ага. Опа! Хуй ты какой-то. Ну почему же? Хорошая. Да, ёпта, жесть ебаная. Жесть! А ну-ка взвесь, жесть. Ну здесь нахуй, говна просто побольше. Ну, согласен. Бросай, да похуй. Подругу. Копанка, как копанка, блядь, ну, железо. Ну ладно, хорош. А то нахуй грязь, я обобьем ногу, она уже есть. Копанка как копанка. Не по железной дороге ты двигаешься. Не по железной. А где же родители? Слушай, я вообще в ахуе. Ну мы сейчас кругаля дадим вокруг этой. Так, ну что, как завернем-то? Есть какие-то мысли? Да, я вообще не знаю, что нам делать. Да, вернуться на машине. И поехать обратно на ту нафиг. В сторону Террикона? Слушай, красота, блядь, так-то. Фоткать прям можно. Там вообще хуй знает, где копать. Не, я просто углубляюсь.
Надо понимать всю глубину наших глубин. Ну все, расковыриваю его, если есть что, сразу увидим. Да просто лопатой, говорю, отбрось. Бля, пиздец. Кто-то, блядь, в песочке 20-килограммовые траки выковыривает. Вот это точно последний. Ну ладно, нахуй, уже все, да. Блять. Ух ты. Слушай, там на глубине что-то есть. А трещит постоянно. Вот из-за чего. А все, ну я от них отстроился. Но тут чувствительность такая, что он даже лом, наверное, на колено не почует. Ну-ка, даже интересно. Да. 10 сантиметров, блядь, на лом. Прикинь. Не, уже не там был. 10 сантиметров на лом. Вот он. Да там еще есть, вниз. Жадность, жадность. Все, земля. Земля, земля. Помехи в земле. Помехи? Да. Тут странные, бля, помехи. Ну давай. Ну вот. Земля-то наэлектролизована, ебать, лэп, глянь, сколько тут киловольт, я ебу. Уже 5 килограмм сходу. Ага, а, во, хуя, это я промахнулся? Да, во. Прям под ногами же. Здесь. О, кажется, ближе было, нет? Вот он. Ага, еще приподними. Достал? Да. Нихуя. Понял, чуйка, блядь. Пошла жара. Чисто. Есть? Да. Отлично. Вот хороший. Сигнальчик опять. Где-то тут. Где-то тут. Вот с лопатой можно ебануть. О, по-моему, прям по нему ебанул, да? Да. О, прям он сигналит, заебись на них. Вверх еще, мне кажется, там еще есть. Да ты бы сразу бы скидывал, было бы видно. Лопата, наверное. Нет. Не лопата. Нет, не лопата. Вот она, родимая. Прямо вот она. Я хоть одну подкладочку дал. Да ладно тебе. Десяток противооткатов. И нахер все подкладочки не нужны. Наверное, камень укорнул, да? Раз. Все, что ли? От собака. Я только тут красного поставил. Бедновато. О! Дедушка обиделся. О! Это уже похоже. На... Нет, на те самые сигналы. Шпалы-то шпалы, это понятно. Блин. Либо под ней. Нихуя. Металл, что ли? Да. Трос. Нихуя себе. Всех-всех. А ты думал? Нихуя себе. Нихуя. Еба. Опа. Так, одна. Есть. Вторая. Так.
Не обижаем дедушку. Дедушка хороший. Местами. Ебать, ну ты еще, блядь, в колокола позвони. Ну, Женек. Как бы люди работают, а хотя уже не работают, забей. Ну, хотя бы так. По три таких, это уже хорошо. Ага. Что в обочине тут, блядь? Ага. Тут. Во. Тут. О! Так, короче, ебашит на каждом углу, погнали по одной. Где-то тут хуяк. О, блядь. Да нет, пока что. Пока что не нашел. Вот он. Несколько сигналов было по-любому. Это однозначно. Ломом просто копать не очень удобно. Подметать тоже. Да ладно, погоди-то. Что ты его зазря будоражишь? Грунт. Да не все, вот они. Хуйня какая-то. Шмурдяк здесь валяется. Вот тут вот. Ну это шмурдяченький кусок, хуй с ним. Ты думаешь, это не костыль? Я уверен, нет, это не костыль, это прям вот пиздючка какая-то, типа гвоздя или куска проволоки или какой-то. Такой хуевенка лежит. Смотри, ты его перекинул. Нет, ну, сигнал говно. Сигнал говно, вот тут лучше, вот. Где-то тут. Вот он. Да вот он, они все, вот они, прям вот, прям вдоль ямы погнал. Ебать. Ага. Вот он. Вот он, вот он. Или еще один. А хуй знает, сейчас узнаем. Слабовато для одного. Да заебал. Ага. Вот он, костылик. Ага. Где ты там? Зацепил? Чуть-чуть не достал. Вон он, внизу. Где? Внизу, прям вон он торчит, нет? Да ты прикалываешься, нет. Ну как нет? Че ты гонишь? Я увижу. Вот он, я его вижу. Ну ладно, нихуя я не вижу. Ебать. Да ладно, тебе булыга просто попалась. Хуево копается вот и все. Ой, видал? Вот он. Все-таки я его действительно видел. Хуя. Что-то они по одной, слушай, там как-то прям россыпями. Золотые мои россыпи! И этот человек собирается снимать блоги. Нахрен нужна камера? Нахрен она нужна? Копаем прямо в 10 метрах от дороги, вот машины едут. Вот они. Тяжелая и неказиста жизнь простого анониста. Шлюхи потные получают больше, реально, реально больше. Мы, блин, занимаемся на самом деле такой хуйней. Ну а что делать? Погода вроде бы располагает, что бы не покопать. Ну килограмм 30-40 сейчас поднимем. Нет, вот смотри, реально, вот. Оп, один. Один, два, три,
4, 5, 6, 7. Я тебе говорю, смотри. 8. Где-то там. Тут еще вот 9, короче. И вот они. И не один, а 3 здесь, даже 4 может быть сигнала. Наспор, я тебе зуб даю, блядь, минимум 5 хуевин, минимум. Скорее всего 10. Это я пессимист. Я тебе гарантирую, одну мы уже выкопали. Идет? Забились? Вон на одна лежит. Где? Вот он. Да, я тут предыдущий. Я считаю, это правильный подход. Ну, короче, чего, значит? 10, да? С тебя зуб. Ты и так у нас щербатый. Я уже свой отдал. А, ну зуб давал я, да, а ты так просто. Ну, короче, вот. Значит, у нас что имеется? Десятка два. Сигареты. Десятка два костылей. И четвертушка костыля. Это не костыль, это гвоздь, мне кажется. Костыль. Исследованный просто. Два десятка костыликов только из одной сраной ямки. Из одной сраной ямочки. Вот из этой. А еще нам предстоит вырыть... А, ну вот из этой еще один вынули. И между каждой шпалой, вот на этих четырех шпалах, да, на пяти трещит. Роем. Ну, блин, здесь сколько? Килограмм 5-6, наверное, чисто в одной кучке. Ну так, по приколу. Я тоже занял. Очко сейчас просто дико сыграло. А что могло быть? Это дед такой намекает, блядь. Пинает такой пяткой из-под земли. Вы что, мужики, охуели, блядь? А ну-ка ройте, пидорасы. А что могло быть, если бы она... А он на хомутах просто приклеен на этом. Ну а там внутри бы ничего не отвалилось? Да даже если отвалится, ёпта, я же его собрал. Что там шкули вы чинить-то? Я же знаю, как все там устроено. Вот. Короче, ну, вот этот у нас раз, смотри, побольше вышло, чем последний. Типун, тебе на язык. Мы еще только начали копать, а ты уже перекуры устраиваешь, блядь. Да не, просто чего это? Если есть, то он есть, ебать. Не, за раз, да. За раз сейчас вышло гораздо больше. Гораздо больше. И это еще не считая того, что там уже лежит. Да. Заебись. Нормально. А завтра еще ебанем и прям поем сдавать. Только можно прям там вначале остаться. Ну, мне кажется, знаешь что, лучше не в начале опять, а также сюда съехать и пойти туда. Туда, в сторону основной насыпи, ну, в сторону моста. Просто пойти через дорогу. Да, блядь, в пизду, господи, ебаное поле, я в поле съехать смогу, блядь, я по ней ехать могу, по насыпи. В конце концов, что я тоже мозги ебать? Я по насыпи ехать могу. Ну, нахуя, если мы можем съехать, заехать с той стороны. И также по полю доебашить. Максимум до этой дуги, которая... Ну, мы вот... Вы там ее оставить, подняться и хуячить. Да ладно. Ну ладно, пизду, это разберемся, это на завтра пока план. А пока давай, пока не стемнело, Женек, надо ебашить. Топ-топ. Мы несем гроб. Ой, еба! Ой! Ноги переломай. Об шпалы можно. Да. Напартизанили. На самом деле, очень даже. Так, одна кучмана. Хренак, килограмм 5 сходу. Где-то тут еще была кучмана. Пиздец, это же непривычно. Да осень. Да блин. Ебучие противоугонки. Слушай, ну их тогда было меньше. Их было меньше. Это заебись. Это заебись улов. Мы, наверное, даже не поднимем это дело. Ну и все. Вот сверху кладем, потом опять будем собирать это все говно. Ну чё, как его лучше свернуть-то, бля? А, дроп ещё ебаный.
его бы... вообще выбросим. Слушай, ну, блин, жаба душ все-таки нашли. Блин, ну он пиздец, да, он, я блин. Я другой выбросил нахуй, лёг. Неудобный, да, пиздец. Отдади. Может, это трос судьбы, ебать. Ага. Слушай, ну... Я тогда смог ее одной рукой поднять. Ведро? Не. Блять, больше 30. Ну, сорокет, блять, наверное, полтос. 30 было, да ее 25 килограмм было на ведре, которое опер. Я бы потому что... Нормас. Я бы так... Нормас. Живем, блядь. Нормально. И главное, самое смешное, это что получается? Мы прошли 30 метров. Ну, как и там. Как это? Только там мы больше времени потеряли, блядь. На пока... поиск. Да это нас спи, ебаный, на поиск. Блядь. А здесь мы вполне конкретно шли по рельсам. И на костылях можно жить, я тебе так скажу. Да? Бля, я тебе изначально сказал, после того, как мы приехали на первую шахту, я тебе сказал, поехали леверуху подолбим, как и раньше. Блин, я согласен, Женек. Короче, мы дошли до забора, получается, там, да? Мы дошли до забора. Ну, нам еще... Ну, просто запомнить. В ту сторону. Ну, там, блин, все-таки ну, прям вот в дорогу упремся. Ну, и похуй. Главное, в газ не упереться. Блин, нихуя ты еще пьешь, Лев? А ты что? Ну, блядь, нельзя же не питьевая. Ой, это, блядь, не для питьевой тары. Ой, не для питьевой воды тара. Кто тебе такое сказал? Это обычный полиэтиленовый жбан.